Премьер-министр Бакыджан Сагентаев раскритиковал государственный закуп лекарств. Недовольство в адрес компании «Самрук-Казана-Фармация», которая обеспечивает казахстанцев препаратами, было озвучено сегодня на заседании правительства в Астане. Мы можем отсрочить или сослаться на непроведение тендеров, когда мы поставляем, мебель или компьютер или чего-либо. Но с лекарством играть нельзя. Если не вовремя проводят тендера, гнать надо этого руководителя с этой организации, с руководства. У него в голове не жизнь людей, которых надо спасать, которые ждут этого лекарства, а совсем другое у него в голове. Гнать, немедленно надо гнать таких руководителей. Премьер-министр подчеркнул, что со стороны государства выделяются необходимые деньги. Аналогичная ситуация и с закупом оборудования. Те, которые выпускают наши заводы, госведомство не покупает. Вице-министр Имангали Тасмагамбетов, в свою очередь, поднял проблему обучения педиатров в вузах. По республике с упразднением факультетов педиатрии появился острый дефицит кадров. По его мнению, нужно возобновить обучение со следующего года. Бакыджан Сагентаев поддержал предложение и поручил министрам начать работу немедленно. Если в 2012 году на 10 тысяч населения приходится почти 4 педиатра, то в прошлом году только 3. А в Атырауском, Западно-Казахстанском, Павлодарских областях в 2015 году на 10 тысяч человек сельского населения приходится около 1 педиатра. Закономерно, что в обществе нарастает озабоченность по данному вопросу.